Где камеру разбили? Это не камера, это... Молодцы. Что это? Видели, да? Защитное стекло. Специально для разбить. Олег. Прям хорошо. Это Николай, он еще не говорил. Но по интернету у меня всех просто. Это не деньги, а 45 лет я директор без помощи государства. Тысячи детей подняли. И учитывая, что каждый почти год на нас нападала прокуратура, там милиция, то другое, и ни одной победы им не дали. Начинается процесс судебный, полный выигрыш. Почему? Там ложь. А здесь, на нашей стороне, Господь Бог. Я показал, ну, знаешь, маленько сразу, так, по этой, так, делай вот сюда, ровно по этим. Раз, быстро, точно так, вверху, все, теперь так. Ты прочистила, теперь опять. А там воровки остались, Ну, все внучки. Все бы внучата мне. Сколько? Вот правнучек. Это что? Это правнучек. Максимочка что-то со своим ходит. Мое. Ты посмотри-ка, что да его. Славе мне большое-большое слово есть. Это потом после обеда станешь. Ладно, потом. Ну, как ехали-то? Свидетельствовали, да, в поезде? Ну, было что-то не было, Надежда Васильевна. Да? Мы не навязывали, но если человек интересовался, то мы, конечно, были с вами. А у меня, знаете, вот годы гонения, когда я на поезде ехали, но еще было. И птицы, и вот сижу, беседу, а тогда же голод. За меня из школы-то за что выгнали? Ну вот, смотрите. Дорогу. Здравствуйте, меня ждешь? Максим, ты меня снимай. Не хлопай. Я не хлопать. Полдевятого. Все. А не выспались? Нормально. Уже отдыха никакого нет. Сегодня по полной программе он может с нами работать. Вы только что сидите. До обеда вы свободны. Сейчас поедите. Полная свобода. Кто желает с нами пойти, прямо за огороды пособирать клубнику. Клубника самая ценная тогда, когда ты ее прямо срываешь из огорода. Это уже передоказано. Это организм тебе подскажет. Набрать, возьмем посуду. Здесь так и будет. После обеда уже вы не принадлежите себе. Над вами будет там обед. А до обеда спать можешь ложиться, скажешь, а мне надо там что-то сделать, пришить там это дизель. После обеда одинаково все. До обеда прийти в себя. На кухню. Вот я сказал 2 дня. Почему? Потому что мы не знаем, кто еще приедет. Вот она в прошлом году была. Старшая нарушила где-то, я сразу оттуда смел, а другую поставила, а та поставила такую строгость, что я даже не ожидал такого. И на шаг сюда не зайдет никто. Где-то были работали у матушки, пусть и кормят, мы дармоедов не кормим. Помните, она с ней не могла приехать. Там друг, второй Максим, они одинаково почти. Вот знание правил, какие они в бане будете, вы все услышите. Если у кого-то есть какие-то болезни кожные, немедленно нужно сообщить старшему. В бане нет, отдельно дадим. Почему? Мы заботимся о всех. Чтобы случайно кому-то не пристало, не нужно. А бывает так, там и, ну, сказать не надо. Так, поняла? Рассредоточишь. На кухне тебе 2 человека под глаза хватит, нас мало. По очереди или как. А остальные, вот сейчас мы будем за стол садиться. Когда только нам помолимся за стол, я скажу, какие правила.
Правила здесь, на кухне. Главное, никого не обжечь. Не давали, что не давали. Скажите, что это есть? У меня нет. И как он будет? Сейчас, скажите, все. И вот я 13 лет работала в школе еще, преподавала. Ну что это, Слава? Кто? Все, 9 человек, 9 мужей и... 9, да? И получается 7 жен. И маленький, жен. И маленький, ты маленький, что ли? Это ты? Для тебя? Ну, имеется по росту. Ну, всем все. Высокий. Высокий. Олег Васильевич, на занятия ты ходишь? Здесь стояла кружка вот такого цвета, и в ней была ложка. Я Вячеслав, плечо. Нет, еще пока не касалась. Или по плечу? По плечу. Вы знаете что? Кружка была в чуть повыше были орешки. Плечо. Нет, орешки это орешки. Я орешки отдала. Ох, да-да, по плечу. По плечу, по плечу. Ну, пока не по плечу. Все, где Игнатий? Ну, потом ты меня перещеголяешь, 100%. А может, мама? Мы не знаем. Рано начал, уже задаток хороший. Да я специально.